Речицким районным отделом Следственного комитета производится проверка по факту производственной травмы, произошедшей 27 марта текущего года на буровой скважине Надвинская, расположенной около деревни Вышемир Речицкого района, в ходе которой тяжелые травмы получил помощник бурильщика Речицкого управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. В ходе неотложных следственных действий установлено, что при проведении работ по ремонту скважины в результате самопроизвольного открытия створки элеватора произошло падение трубы на помощника бурильщика, который получил тяжелое повреждение в виде множественных переломов костей скелета. Следователям с участием начальника Речицкого межрайонного отдела Департамента по труду был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого для проведения исследований изъято оборудование и документация по охране труда. В ходе проверки следствию предстоит выяснить причину, по которой произошло данное происшествие. Основные рассматриваемые версии – это неисправность оборудования и нарушение техники безопасности работниками. Пострадавший доставлен в травматологическое отделение районной больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное. В текущем году это третья травма с тяжелым исходом на производстве в нашем районе.